Скажите, пожалуйста, а вот прошлый матч, да, вы крупно проиграли. А что поменялось в игре команды, так что вы сегодня тоже крупно много выиграли? Ну, прошлая игра, там, против Прилуки играли, там, явный фаворит, как бы. Мы, в принципе, к этому и готовились. Ну, главное набрать 6 очков в двух играх, и все нормально будет. Немного изменили в тактике, стали больше двигаться, больше комбинировать. Ну, в итоге вот вылилось в очень много голов. Вот как вам казалось, вот эта команда, против этой команды было сложнее играть, чем прошлый матч? Ну, эта команда играла вторым номером, отдала нам полностью нашу половину поля, свою. И, ну, было легче, потому что в прошлом матче Прилука доминировала, а сейчас мы, поэтому намного легче было играть. Ну да, ну они еще играли без замены, было тяжело вообще. Они всю игру без мяча, считай, играли. И, ну, вот результат. Спасибо большое.